Сборная мясная солянка из книги 1948 года. Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, подлив немного бульона. Огурцы, это свежие имеется в виду, очистить от кожицы, разрезать на две части и нарезать ломтиками. Мясные продукты, вареные и жареные, могут быть различные. Мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбасы и прочее. Их следует нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5-10 минут. Можно добавить нарезанные кружочком помидоры. При подаче к столу в солянку положить сметану, маслины, ломтики лимона, очищенного от кожицы, мелко нарезанную зелень петрушки или укроп.